Всем привет, дорогие друзья! Я вас всех приветствую на своем канале. Заехала, получила посылку в Покомате. Здесь у меня для аэрогриля пергаментные такие, ну, бумажки, да, чтобы аэрогриль был чистым. В общем, короче, я вам покажу. У меня что-то все мысли из головы вылетают, да. Покажу, а потом сварю кисель и буду есть вареньки с киселем. Сейчас я почему-то в последнее время вареники полюбила с киселем именно. Сейчас я с киселем ем кашу, запеканку творожную, теперь и вареники. И знаете, я попробовала их со сметаной, потому что кисель закончился у меня. И мне не так нравится, представляете? Вот сварю кисель и буду вареники именно есть с киселем ленивые. Ленивые вареники, да? Вы знаете, что я люблю ленивые вареники. Вот как-то так, ребята. Ну, а что я теперь могу сделать? Вкусовые пристрастия меняются. Как подсела на кисель, все, теперь с киселем ем все. И мне это очень нравится. В общем, мне кисель заменил уже сметану, можно сказать, в варениках, да? Кашу тоже ем с киселем. В общем, ребята, ну нравится мне так. Ну и давайте посмотрим. Чтобы каждый раз не вырезать, вот эти все, да, вот, это вот из пергамента для выпечки вот такие. А, кстати, здесь, по-моему, даже резиновый вот заказала еще, да, многоразовый такой заказала резиновый. Угу. Так, это из пергамента. Вот такие. И вот такие еще заказала. Слушайте, все в хорошем состоянии пришло. Просто все отлично. Так, как тут раскрыть? Вот так, да? В общем, вот такие вот. И не надо будет самой вырезать. Отлично, просто супер. Классно, мне нравится. Если нужны будут ссылки, оставлю в описании под видео тогда. Напишите мне, да? Вот такой вот. Вот такое. И многоразовое вот такое заказала. Ну и давайте мы с вами сейчас примерим все это дело. Так. Ну вот, если вот такую вот класть. Смотрите, она как раз получается, вот, видите, под мой аэрогриль получается, вот. Так, сейчас мы другую померим. Вот такую с дырочками сейчас. Ой, как хорошо. Ничего вырезать, ребята, не надо, посмотрите. Просто супер, видите? Красота. И теперь силиконовую. Вот это вот тоже. Видите, прямо под мой гриль все. Ну, просто супер. Там были размеры разные. И я угадала с размером. Супер просто. Trust in God unchangingly. Oh, Christmas tree, how richly God has decked thee. Я вам всем тоже желаю, друзья, приятного аппетита. Ну все, друзья, я поела. Сейчас пойду мыться в душ, но перед тем, как мыться, хочу, пока я помню, показать, какими кремами я пользуюсь и какие ароматы мне нравятся. Мне задавали такие вопросы, иногда задают. Все обещала снять видео, но тут опять мне задали такой вопрос про ароматы. Думаю, ладно, сейчас сниму, пока помню. Покажу свои кремы вам, покажу ароматы и потом тогда уже пойду в душ. Меня тут спросили, какие ароматы мне нравятся. Мне нравятся многие ароматы такие, чтобы они были нежные, вкусные, не горькие. Я не очень люблю горькие ароматы. Но вот мне очень нравится Versace. Я никогда не изменяю. Они очень стойкие, долго пахнут. Очень люблю этот аромат. Также мне нравится вот туфелька. Да, и... Ребята, я хочу вам показать, что мне нравится из дешевых.
в резерве как-то я купила вот этот вот басик, вот такие вот, да, сейчас вам покажу, вот, видно. Очень нравится этот аромат. Вот они недорогие, вот если не позволяют финансы, например, купить дорогие, вот это на каждый день, я вот пользуюсь им каждый день, те, которые дорогие, как бы так на выход пользуюсь, когда идем куда-то в гости, но вот эти мне очень нравятся. Их можно на выход, их можно на каждый день, но они, это вот мой один из любимых ароматов. Такой слегка сладковатый и такой нежный, не приторно-сладкий, а слегка сладковатый и как бы нежный, очень вкусный. У меня есть еще вот другие ароматы, да, из этой серии, но эти уже как бы не так. А вот этот вот басик мне очень нравится. Вот у меня уже заканчивается, как закончится, куплю себе еще. Не уступает совершенно дорогим ароматам, совершенно не уступает. Вот покупала в резерве, это очень вкусно. Вот пойду, когда мимо, куплю себе еще бутылочку. Не знаю, сколько они сейчас стоят, но до подорожания, до всего этого, я их брала где-то, по-моему, за 15 евро. Они недорогие, но очень вкусные. Сейчас, наверное, будут где-то, может быть, евро в 20 стоить. Но мне очень нравятся. Не могу сказать, что они мне меньше нравятся, например, чем Versace, да, или чем вот эта туфелька, да, как бы, ну, не знаю. Но мне очень нравится, да. И еще мне нравится вот такое вот масло. Ой, его из Египта привозят именно определенного запаха. Это афродизиак, но они есть разные. Именно нравится вот это, да. Когда мы заказываем, всегда отправляем, даем запах именно. Отправляем бутылочку или еще что-то. Да, вот у меня сестра, муж и сестра ездила. Она дала понюхать продавцу. Он, да-да-да, есть, я сейчас, говорит, принесу. В общем, приносит, совсем другое масло приносит. Но вот, она говорит, нет, не этот запах. Он опять приносит другое. Она говорит, нет, не этот. И потом он принес тот, который надо. Ну вот, и она набрала и мне, и себе, и всем, короче, вот именно определенного запаха. Не могу объяснить, какой тоже такой сладковатый, да, и очень-очень вкусный. Им буквально немножко помажь на тело, и будет все пахнуть так вкусно. Вообще очень хороший тоже аромат. Ну, а остальные, которые мне нравятся ароматы, они находятся в магазине. Еще меня спрашивали, какие кремы я использую. Я уже говорила, что я кремы всегда заказываю с AliExpress. Вот такую серию я заказываю уже не один раз. Мне покупала в наших магазинах, не знаю, мне не, ну, не к моей коже, да. С AliExpress мне очень нравится. Вот это вот корейская, такой как с коллагеном, да, но это как база, не база, в общем, я под крем. Когда вот, если на нашу косметику, например, да, я вот на нашу вот эту вот, не знаю даже правильно, как называется, я видела, одна девушка, она с AliExpress могла чего показывать, она очень хвалила вот это вот. Это как даже, не знаю, как правильно даже назвать, ребята. В общем, это наношу, да, а потом сверху крем наношу, да, это как вот как стартер, видите, как, вот, как базу такую сначала, да, с коллагеном. Очень хорошая вещь, не дешевая, тут бутылочка, я когда-то платила за нее около 20 евро, сейчас она еще дороже стоит, потому что сейчас уже налог там включили, все дела, короче, да. Потом вот тут у меня вот еще есть кремы, которые еще я даже не начала, да, вот. Это все, ребята, с AliExpress я заказываю. Я просто смотрю, читаю отзывы, да, и заказываю. Также сыворотки заказываю, все на AliExpress. Не знаю, почему, но вот как-то мне надоело один раз заказывать. Думаю, ай, куплю в магазине. Купила один раз одной фирмы, потом другой фирмы, но не нравится. Вот, кожа не такая, как вот заказывают это, вот всякие разные. Разные. Я пробую разные серии, да, разные варианты кремы заказываю. Ну вот, и, ребята, мне все кремы нравятся. Мне подходят с AliExpress все кремы. И вот эта вот вещь классная. Она как бы так, как бы, как вот в описании, как будто бы подтягивает кожу, все дела. Ну, не знаю, насколько подтягивает, но этот мне нравится, эта вещь. Девочка не зря хвалила. Но она все заказывает с AliExpress и делает обзоры на товары, да. Ну вот, и у нее это я увидела, решила заказать, и действительно мне очень понравилось. Вот. Это вот под глаза крем, да, это
для лица уже, как вы видите, заканчивается, да, вот закончится, открою следующее что-то из этого. Так что у меня все кремы мои с Алиэкспресс. А вот которые не с Алиэкспресс, это израильские, один крем, а второй, вот эта вот маска, это крем, это дорогие, и маска, и крем. Ну вот, ну думаю, куплю дорогие, попробую, думаю, будет ли какая-то разница, вот у меня было ради интереса, вот купила дорогие. Очень красивые бутылочки, все красиво, ребята. Да, у меня еще осталось немножко. Да, вот такие вот. Ребята, разницы вообще никакой нету. Или вы покупаете очень дорогой крем, или не совсем дорогой. Даже скажу, с Алиэкспресс мне нравится больше. Когда пользуюсь Алиэкспресс, у меня кожа как будто бы такая свежая. А вот все остальные кремы, которые я пользуюсь, да, ну, такая как будто вот уставшая немножко кожа, я не знаю. Я думала, может быть, этот вот какой-то особенный, раз он очень дорогой, будет какой-то особенный. Нет, ребята, ничего особенного нету, чуда не произошло, поэтому нет смысла покупать дорогие кремы, потому что все равно никакие морщинки он не уберет, ничего не уберет. Все это полная ерунда. Вот так вот. Вот это вот из последних, которые я пользовалась перед тем, как пришел заказ с Алиэкспресс. Ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вот такие у меня ароматы. Ну, самые любимые я вам показала. Но а Versace я никогда не змея. Он должен быть у меня всегда. Заканчивается, обязательно появляется новая бутылочка. Новый флакончик обязательно. Тогда, наверное, если сказать из всех самых, какой самый любимый, наверное, все-таки, наверное, Versace. Потому что он у меня есть всегда, от Versace. Также вот лосьон для тела и парфюм. Очень люблю этот аромат, очень. Сейчас, ребята, сходила в душ с головой, помыла волосы, в общем. Высушила, села, крашусь. И смотрю, моя собака стоит у двери. А если она стоит у двери, это значит, у нее прихватил живот. Потому что, когда у нее прихватывает живот, она всегда просится на улицу. Все бы ничего, но я же после душа. Ну а что делать? Ладно, оделась и побежали мы с ней. Я уже знаю, что я прихватила. Говорю, Моля, в лес. Она бегом в лес, я за ней. Освободила она свой животик бедненькая. Видно, что сильно ее прихватила. И я заметила, что-то в последнее время часто она бывает поносит. Я думаю, наверное, из-за того, что солью, наверное, посыпают у нас здесь дорожки, да, потому что мы приходим, мы лапки моем. Но дело в том, что пока мы идем домой, она может лизнуть лапку. Мне кажется, вот попадает, может, в организм ей что-то, это соль или что, и она иногда вот поносит у меня. Не знаю, от этого, не от этого, в общем, пока понять не могу. Ну, в общем, добежали до леса, а она же такая, знаете, она возле дома, она не будет. Как бы живот не прихватил, но она бежит куда подальше. Ай, она впереди, я за ней, в общем, добежали. Главное, чтобы без последствий, а то я только от короны вылечилась, да, не дай бог еще после душа, знаете, как на мороз, чтобы не простудиться. Ну ладно, будем надеяться, что все обойдется. Ну, думаю, ладно, раз уже забежали в лес, пойду посмотрю, все ли орешки белки съели, которые, помните, я накладывала много орешек, да? Что вы думаете, я пришла, ни одного орешка нету, и тех самых нету, шкарлупок тоже нету, ребята, скорлупы, да, скорлупы тоже нету. Я понять не могу, или они с собой забрали эти орешки куда-то там себе в гнездышки или куда, или кто-то из людей эти орешки подобрал. Я не знаю, может, кто-то голодный был и подобрал эти орешки. Ни одного орешка нет. И скорлупы тоже нет. Я посмотрела, нигде не валяется. Только вот валяется та скорлупа вчерашняя, где вот они при мне ели и бросали. Вот буквально несколько скорлупок там вот валялось, а несколько орешек. И все, ребята. А так ни орешков, ни скорлупы. Я, если честно, в шоке. Куда подевались все орехи? Неужели люди забрали орехи? Ну, вообще, конечно, ужасно, если забрали люди эти орехи. Ну да, я там очень много наложила, но это как бы, ну, не есть хорошо. Но надеюсь, что все-таки это белочки отнеслись к себе куда-то туда, где у них же есть, наверное, где они спят, да? Я думаю, все-таки они куда-то себе отнесли эти орешки. Я на это надеюсь, ребята. Может быть, вы подскажете, да?
когда вот много еды, куда, ну, я думаю, все-таки она, наверное, куда-то к себе носит, потому что, знаете, я помню, мы похоронили мою маму, да, и мы пришли на 40 дней, ну, вот, и стоим там у могилки, все дела, это тоже, это был декабрь месяц, это был, потому что мама умерла 1 ноября, и, да, мы в декабре, в общем, пришли на 40 дней, и, представляете, и прибегает белка, прямо к нам, к могиле, на кладбище. Ну, мы даем ей печеньку. Она взяла печеньку и убежала. Опять прибежала. Мы опять там что-то ей давали. Она взяла и убежала. Опять прибежала. Мы опять что-то ей дали. И вот так она бегала туда-сюда. Куда-то она относила все-таки это все, да? Поэтому я очень надеюсь, что все-таки белочки забрали эти орешки себе, что все-таки не люди их забрали. Ну, ребята, больше килограмма орехов, я не знаю, знаете, куда-то они могли столько орешек отнести себе. Как вы думаете? Пишите в комментариях, да, как бы я вот в таком затруднительном состоянии, не знаю, как ответить. Но я уверена, потому что хоть какие-то еще орешки останутся. Ни одного. Я что-то посмотрела, и нигде скорлупы нет. Ухожу, смотрю, еще нет нигде скорлупы. Знаете, если была скорлупа накидана, я, ну, подумала, что белочки все поели. Но скорлупы-то тоже нету. Тут два варианта. Или люди забрали, или белки куда-то к себе туда отнесли. Другого варианта я не нахожу. Как, ну, как-то так. Ну что, друзья, вот такое видео сегодня у нас получилось. Показала я вам свои кремы, которыми я пользуюсь. Меня просили, давно уже просили, да, тут вот спросили про ароматы. Я вам тоже показала, как бы, да. Ну и, в общем, о чем просили, все, наверное, показала. Может быть, не все сказала, не все рассказала. Я не знаю, я не могу по памяти перечислить там, какие мне вот ароматы сейчас все нравятся. Вот есть, которые я там когда-то пользовалась, но уже давно не пользовалась, не помню название. Да, но мне нравится все, что вкусно пахнет. И не важно, какой это фирмы, даже то, что я показала, вот этот вот из резерва этот аромат, да, который недорогой. Но он такой стойкий, его на весь день мне хватает. Вот я вечером снимаю одежду, и утром, когда берут одежду, я чувствую, еще пахнет, да. А стоит-то совсем недорого, но запах очень вкусный. Когда я сказала, вот Versace, это вот, наверное, самый-самый мой любимый, наверное, запах, ну или один из самых любимых, то вот этот вот тоже один из самых любимых запахов, ароматов, да, один из самых любимых. Ну, мне кажется, я вам все показала, на все ответила, наверное. Если что, отвечу в следующем видео, если на что-то не ответила. И давайте, как всегда, по традиции, все, кто не подписался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь и увидимся с вами, как всегда, в следующем выпуске. Всем до свидания!